Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Ки. Мы сегодня снова в видео на проекте Amazing Holy Play. Это второй сервачок. Все ссылочки есть, как всегда, в описании под видео, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Ну а в этом ролике, дамы и господа, я покручу рулетку спустя очень долгое время. Скажу заранее то, что я уже прокрутил рулетку, и мне выпало кое-что очень интересное, с помощью которого я неплохо так окупился, поэтому советую вам смотреть видео от начала до конца и покажите на этом ролике хорошую активность. Ну а для тех, кто планирует начать играть на проекте Amazing Holy Play на любом сервачке, есть, конечно же, мой самый лучший промокод. Промокод Полканов, вводите его, качайте уровень и получаете 450 тысяч. Я думаю, за то, что давно не было рулеточки, можно реально здесь поставить много лайков. Всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Почти 5 месяцев назад я крутил рулетку, то есть, ну это реально жестко, пацаны. Надеюсь, то, что нам улыбнется удача, и мы сегодня хотя бы что-то сможем выбить. На самом деле, я очень сильно хочу выбить аудиосистему, либо третий чип, потому что за всю историю, сколько я крутил рулетку, мне это никогда не выпадало. И если мне сегодня из этого что-то выпадет, я буду просто в ахере. Я не знаю, крутить либо вот так медленно, либо быстро крутить. Просто если быстро, то никакого интереса, в принципе, не будет. Я хочу хотя бы, знаете, какие-то более-менее машины выбить. Может быть, там Renault T, может быть, еще что-то. Что-нибудь интересно, реально. Я хочу, чтобы эта рулетка была интересная, чтобы у меня был хотя бы более-менее нормальный окуп. Ну хотя бы Volvo, блин. Ну хотя бы Volvo. Реально, хотя бы Volvo. Я бы уже был бы реально счастлив. Просто не было, знаете, давно серии вообще с окупом. Вообще с рулеткой в принципе не было серии. Как бы я вам говорю, я 25 декабря последний раз крутил. Ебать, как это же было близко к аудиосистеме. Ебаный ты в рот. Чуть-чуть просто. Я уже, знаете, такая маленькая-маленькая надежда была. Мимо кассы просто залетает наша рулетка. Вообще, ну хотя бы газон, реально. Ну хотя бы газон. Не, ну Нива это хорошая машина, конечно. Но, блядь, не в этой ситуации. Ладно, если бы я бесплатно крутил, Нива бы, да, было бы заебись. Но, как бы, я кручу за бабки. Хочется, ну хотя бы что-нибудь такое, знаете... Пикантное такое, охуительное, хотя бы, ну, блять, да, пиздец просто, ну, ладно, попробуем несколько раз быструю рулетку бахнуть, бабки выпали. Ебать его в рот! Бля, Audi RS6, пацаны, выпало. Да ну нахуй! Да ну нахуй! Бля, RS-ку выбил, ебаный ты в рот. Ну, я не знаю, сколько она стоит. Ебать, это так близко было, это пиздец просто, блядь. Я уже думал, сейчас газон выпадет, думаю, ебать. Ладно, крутим дальше, короче. Ну, блядь, то, что резко выпало, пацаны, это пиздец. Бля, ну с быстрой рулетки, видите, нам резко выпало. Ну, кроме резки, нам, в принципе, ничего не выпало, по сути, поэтому... Мне кажется, может еще раз быстро попробовать, может быть, что-то еще выпадет. Просто, видите, я быстро крутанул, и мне, по-моему, со второго раза, да, выпала резка. Ну, резка это уже хорошо, пацаны. Мне кажется, это уже окуп, поэтому давайте сейчас зайдем в игру и посмотрим, сколько она вообще стоит. Так, я забрал все бабки, ну, ну так где-то 1500, может быть, 600 получилось. Вот она моя рыба. Еще три Нивы у меня как бы есть. Ну, неплохо, мне кажется. Вот это была рулетка, в принципе, неплохая. Вот какая, блядь, у нее ГОСТка? Если ГОСТка маленькая, я, честно говоря, расстроюсь. Просто в контейнере, по-моему, у нее ГОСТка 15 миллионов. Ага, меня еще дома грабили. Блядь, ну какого хуя так не вовремя, блядь? Малиновая лада, малиновый закат. Хотела ты поехать, блядь, забыл я слова. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Ну, 7500 ГОСТка, короче. Ну, блядь. Я думаю, если ее фули, типа, ну, смысла вообще нету. Бля, ну, кстати, она такая симпатичная, сучка. Вот мне, кстати, старый кузов, вот RS-ки нравится больше, чем новый C8, который. Ну, блядь, себе ее оставлять, типа, не знаю, есть ли вообще смысл. Ну, 7,5, я думаю, ее слить, это будет 6,5. Так, ну, без чипа на ей 202. Целочка, реально, машина чисто новая такая, знаете. Муха, если ебалась, только в тапочках, как говорится. 6,5, да, я говорил, но 6,375. Ну, в принципе, неплохо. У меня еще Нивы есть. Плюс я еще Налика получил. 1500-600. Ну, я думаю, неплохая такая прокруточка получилась. Да, конечно, там аудиосистема либо третьего чипа я не выбил. Хотя это было бы очень неплохо, прям. Ну, это было бы прекрасно, пацаны. Это было бы прям просто, ну, чудо. Было бы реально чудо, потому что я бы либо себе аудиосистему оставил бы, либо продал бы. И было бы...
реально много бабок на обнову, поэтому вот, в принципе, как-то так. Я считаю то, что прокруточка реально получилась неплохая. Напишите в комментариях, понравилось это видео вам или нет. Также напишите, что вам выпадало в последнее время из самого такого крутого. Мне будет реально интересно почитать, потому что, знаете, я такой персонаж, который редко кручу рулетку. Короче, пацаны, я тут серию закончил про рулетку, и я так подумал, почему бы не слить и не открыть какой-то контейнер, может быть? А вдруг, ебать, выпадет что-то? Так, я думаю, мне 7 миллионов должно хватить на какой-то контейнер, просто я, блядь, не шарю, в каком контейнере лучше лут выпадает. Так, ну, блядь, давайте, может, его откроем, просто у меня больше бабок нету. Бля, на 13 минут, конечно, ждать это долго, это очень долго, пацаны. Просто 7 лямов поставлю, ебать. Я уверен, что я уйду в минус, конечно, скорее всего. Но, а вдруг, мне как бы повезет. Бля, а если сейчас кибер выпадет или еще что-то? Ну, блядь, по-любому нихуя не выпадет, пацаны. Ну, я такой человек, что мне нихуя не выпадет. Ну да, попугай, ебать. Так, за 4 миллиона либо забрать. Давайте продадим, я думаю. Бля, ну попугай, конечно, такая хуета, ебать, редкая просто. Реально, хуета редкая просто. Так, я предлагаю, наверное, релогнуться сейчас и поехать. Снять, может быть, бабки, открыть еще какой-то контейнер. Ну, а вдруг у меня будет окуп, ебать? Ну, реально, а вдруг, ебать? Уже, знаете, завелся, сука, завелся. Хочу, сука, хочу открыть что-то еще. Так, сейчас поедем, снимем бабки, я думаю, по бырику. Как бы 13 лямов, я думаю, нам хватит, чтобы пооткрывать, поэтому сейчас быстренько полетим, ебать, пооткрываем. Тем более, я тоже контейнеры, честно, блядь. Я контейнеры не последний раз открывал, ну, блядь, больше, чем полгода назад. Реально, больше, чем полгода назад я открывал контейнеры, то есть, да, ебать, типок, вообще молодец, нахуй, прям. Прям, ебать, молодец просто. Охуенный тип, ебать, по встречке ебашит, ему похуй. Сейчас сорю, ебать, все бабки, буду лохом последний просто. Если лямов в минус идут, то я буду в ноль, в принципе. Мне вообще похуй будет. Сухум, ебать, похуй. Давайте восьмерку зарядим, ебать. Восьмерочку, ебать, заряжаем, нахуй. Сюда, блядь, домой, нахуй. Скорее всего, нихуя не выпадет, конечно, ну, похуй. В принципе, небольшая будет потеря. Все, на Мурмас тогда поставим, ебать. И хуй на него, ебать. И хай, ебать, писю нюхая, да, ебать? Нихуя себе, ебать, охуел, блядь. Хотя, бля, можно его вообще перебить просто и все. А, бля, я уже тут ставку въебал, короче, мы никак не перебьем. Тогда придется ждать 6 минут, ебать. Если он перебьет, ебать, я просто угорду. Ему там нихуя не выпало, ебать. По идее, с этого конта может быть окуп, реально. Тут у меня, ебать, группа поддержки уже приехала, ебать, пацаны чисто с моей ТК. Ну этот чел, ебать, охуел, он меня постоянно перебивал, ебать. Нихуя, ебать, принципиально, ебать, заберу этот конт. Какая-то хуя, ебать, выпадет по-любому. Да, ебать, охуенно просто. Ну, в принципе, да, я в минус ушел как раз на 4 миллиона, ебать. Можно будет, кстати, потом открыть еще конты. Но видите, с двух контов мне, в принципе, вообще ничего не выпало. Давай, открывай. А что, вы там... Ой, не спас, не, он не спас. Вы там конты открываете? Да, да, да. Ну, это чисто... Там мечта. О, нормально. Попу. А что выпало? Что выпало? Забирай ее, забирай. Ящичка новая, забирай себе. Ебать, хороший. А как ее забрать? Ну, нажми на Ен отобрать. Мурманский стой, есть стой, тут. Стой, Новороссийск можешь открыть, он 6 лямов. И Сухум тут. Кирилл, Сухум, вот, ко мне беги. Быстрее, стой, пока тут никого нету. Ты ставь ставку, ставь ставку. Я ебу, вот это аппарат. Вообще нахуй. Мой аппарат, мое ебать. Газелька. Одежда Навального. Мне тоже одежда. А ну посмотрите, что за одежда у меня, я не вижу. А, да, быстрее. Да. Быстрее, я не вижу. Это охранник, это... одежда и охранник. Не-не-не-не, это как у меня. Какой-то... Типа, да. Это чем? Русская мафия, вроде. Это чем? Ебать, Бугатти! Ему там был... Ой, блядь. Что же я не открыл, ебать? Ну что ж, дамы и господа, вот такое вот получилось видео. Надеюсь, оно вам реально понравилось. Давненько не было рулеточки, то есть это рулетка спустя 5 месяцев, пацаны. И мне все-таки улыбнулась удача. Да, хоть не такая огромная удача, но, пацаны, то, что я выбил тачку за 7 миллионов, я считаю, это очень хорошо. И я этому очень рад. Но, пацаны, я как бы редко кручу, и для меня выбить вот такой вот автомобиль, это уже, ребят, нихуя себе. Ссылочка на конкурс есть в описании под видео, поэтому берите, участвуйте. Есть как бы шанс выиграть дрифтовую пушечку Mark 2. Тем более условия очень простые, и итоги конкурса будут уже очень скоро. Поэтому не тись, участвуйте в конкурсе, даже если вы не играете на втором серваке. Конечно же, не забывайте вводить мой промокод. Приходите ко мне на второй сервачок. Могу вас принять в семью, компанию. Помогу, чем смогу. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.